посвященный преддверии Старого Нового Года, правильно? Хочу вам сказать сразу, концерт будет уникальный, хороший. Не все артисты, правда, объявленные приехали, Таня Буланова заболела, но она, тем не менее, сказала о том, что она приедет обязательно. Но то созвездие звезд, которое вы увидите на этой сцене, я думаю, что настроение вам поднимут еще больше. Сегодня я хочу сказать вам всего два слова. У вас есть Андрей Разин, а у меня есть сердце, которое отдано вам. И прежде всего, я все буду делать для того, чтобы ваше сердце было согрето любовью Андрея Разина. Спасибо. Хочу немножко вас согреть, потому что на улице уже холодно, поэтому я решил, свое выступление именно открыть с песни о чуть-чуть о лете. Итак, вспоминаем все море. Поехали. Thank you.
море не вспухнет, да, на старый Новый год. Хорошо. Я хочу обратиться к балкону, немножко поживее. Вам можно и танцевать. Только не уходите вниз. Сразу хочу сказать, можно делать все, но только в проходах. Не мешать людям смотреть концерт. Но тем не менее, вы знаете, сейчас я хочу исполнить песню, которую я написал после великолепной встречи, случайной совершенно встречи, но везет так, вот, везет в жизни, всю жизнь везет. То с Горбачевым сужу сторону. Ну везет. Сели мы с Андреем Кучером, летим в Америку в прошлом году уже. И садится на наше соседнее место парень. Узнаем, оказывается, это Павел Буре. И так мы 16 часов летели в Лос-Анджелес. Он летел как раз посмотреть на своего брата, дочку, которая только родилась. И мы так вот вместе и прилетели в Америку, и неделю практически провели все вместе. После этого я сказал: «Паша, обязательно я напишу песню». И написал. Андрей Кучеров написал музыку, я написал кое-как слова, и родилась хорошая песня, которая звучит уже сегодня на стадионах, во дворцах спорта. И называется эта песня «И громко». Посвящена нам Паше Буре. Итак, «И громко». Все не хотим.
поняли, что на концерт пришли, да? Руки повыше. Так, а сколько у нас тут девчат? Девчата, наши помощницы, ну-ка поднимайте руки. Все, кто помогать будет сегодня. Давайте. Давайте. Сегодня я хочу, чтобы был действительно праздник. Поэтому следующая песня шумно и хорошо проходит. Договорились? Поехали. Человеку, который здесь присутствует в этом зале, благодаря которому горит свет, тепло в этом зале, и всем нам хорошо в Ставропольском крае. Сидит министр, наш министр, самый лучший, самый молодой, ему всего 30 лет. Тем не менее, этот министр решает все проблемы в крае, чтобы мы жили с вами всегда в тепле и в хорошем настроении. Министр коммунального Shut up.
Поднимите, пожалуйста, руки, кто у нас из мужчин когда-либо любил Юлю. Юлю. Имя. Так, молодцы. Вчера мы ее, правда, мало видели. Ну, а кто вообще носит имя Юля? Поднимите руки. Молодцы. Эта песня посвящается вам. Ты помнишь, Юлия, наш город золотой, ты помнишь, Юлия, как встретились с тобой, ты помнишь, Юлия, что я тогда сказал, когда любовь сводил, и сердце отдавал, пока шампанка полью, и подарю любовь свою.
начале января. Thank you.